Меня взломали в Роблоксе. Всем привет, легендарные внучата, с вами Бабка Шоу и меня взломали в Роблоксе. Снова. Дело в том, что я уже второй день не могу зайти на свой аккаунт, и все видеоролики, которые вы сейчас видите на канале, они выходят автоматически, и снял я еще их 5 дней назад. Сейчас по какой-то причине я не могу зайти в свой аккаунт в Роблоксе, и я вынужден писать в техподдержку и вести свое расследование. Пока предположительных причин взлома я не вижу абсолютно. Что произошло, я не знаю. Я просто не могу зайти в свой аккаунт и пытаюсь в этом разобраться. Поэтому видеороликов в дальнейшем будет, возможно, меньше, либо я буду снимать со второго аккаунта. Короче, пока что в свой акк Бабка Шоу Лумспейс зайти я не могу. Ситуация не очень приятная, и о ней я буду рассказывать в своем телеграм-канале, поэтому обязательно заходи, ссылка будет в описании и закрепе, вот. Заходи быстрее туда, и там ты узнаешь кучу информации, если она будет. Обязательно заходи в мой телеграм, потому что в нем я буду выкладывать новости по поводу этой ситуации, и ты самый первый узнаешь, если я восстановлю свой аккаунт, или если узнаешь, что меня взломали. В общем, огромное спасибо за просмотр, подпишись, поставь лайк и заходи в телегу, там будет куча инфы. Ну а я пошел дальше писать письма технической поддержки.